Сейчас самое время выйти на крипторынок и начать зарабатывать. Если вы хотите заработать на биткоине, то советую вам проект Start.com, на котором даже не надо переводить деньги в криптовалюту. Просто регистрируйтесь и начните зарабатывать столько, сколько вы сможете. А специально для вас я сделал депозит на 14 тысяч рублей на сумму 55 тысяч рублей. В итоге вышло 68 тысяч, что я легко вывел на свой Kiwi кошелек. Подробная информация в описании. Банутое дерьмо. Был недавно на Фрешбладе 4-м, и там 9 батлов, и каждый охуенный. Каждый, сука, столько крутых батл эмси. Я просто в ахуе. Батл рэп начал жить наконец-таки. Включаешь рандомный батл в инете, чуваки ебашут. Какие ебашут, как хуй знает что. Типа, делают ебанутые барсы, и весь зал выкупает, все орут. Скажи мне об этом в 2012 году, когда все боялись, сука, сделать что-нибудь за пределами шуточек, потому что, блядь, никто не поймет. Сейчас батл рэп. Battle Rap реально жил. Я смотрю на это все, и мне хочется батлиться. Батлиться, сука, каждый день. Рай. Hey! Сейчас поржете. Формулировочка. Межрайонный прокурор в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с указанным иском, в котором просит. Я тут постановление новое себе читаю. Это из рода чего, типа, пацаны, короче, меня попросили обратиться к вам в суд. Я в лице прокурора межрайонного хочу обратиться. Это какие пацаны? Да, там местные. Ну ладно, неопределенный круг лиц. Так и укажем. Ну а вы говорите, артист, звезда, все проблемы решаются сами. Меня вон там какой-то неопределенный круг лиц топит, блядь. Через прокуратуру. What the fuck, блядь? Но... у них нихуя не получится. Hey! Друзья, запускаем флешмоб в поддержку нового трэпа моего большого друга Филиппа Бедросовича. Нужно сделать видео, сняв какую-нибудь синюю вещь и поставить наш хэштег. И победитель, автор лучшего видео, получит вот эту последнюю из летней коллекции кепку антихайп. Каждый день один и тот же день, когда же день под палящим солнцем в русском поле некуда присесть, ведь под нами металл раскален до бела. Время нет, чтобы жить, но время есть на дела. Кто ж так тянет у дела, нахуй мама родила. Эх, коли бы зима, все тропки замела. Лучше червяка, и мама может мной гордиться. Улетай вместе с пеплом, моя тоска. Я не плакал, это ветер и дым от костра. Бритва резал мне глаза, голова разболелась. Даже твой печальный... С тыльной сторонки подует ветерок, так и упадут иконки. Как за могильной сторонки подует ветерок, ты накроешь рюмку коркой. Друзья, подписчики и подписчицы, присылайте мне в директ ваши безумные истории, связанные с антихайпом, и лучшие получат вот такую маску. Hey! Заметили там такой чувак еще с очень жестким лицом? Это я. Это охуенно. Бля, посмотри на себя, ты себя пропустил. А, вот. Ты как старушка. А ты как кто? А я как горгон. Одобрение. Миссис Лео, представься. Вем. Йоу! Вем. Миссис справа. Окей, ну за игру я всегда дам. Блядь, ну! Нет, чувак. Сука! Зарабатывай на Rocks Casino и получай гарантированно быстрые выплаты. Только здесь лицензионные слоты и огромный бонус на первый депозит 100 тысяч рублей. Оперативная поддержка 24 часа в сутки. Теперь это идеальное казино, посетив которое можно не только замечательно развлечься, но и выиграть крупную денежную сумму. Скорее приступай к лучшим игровым автоматам и наслаждайтесь высоким качеством сервиса. Ссылка в описании. Друзья, сегодня день рождения у настоящей легенды Грайма, второй после мистера Кредо.
Артем Playblack. Поздравьте моего молдавского братишку. И Артем, пью за твое здоровье. Заходи в гости. Антихай. Йоу, чел, спасибо тебе огромное. Завтра я буду отмечать свой день рождения. Буду его круто отмечать. Но было бы классно, если бы ты так же классно отмечал меня в истории, потому что на меня люди не подписываются, как бы. Я как ёбаный Рэми. Нахуя нужен русский рэп, когда можно спать в коробке? Народ крошечной Ваканды скорбит по своему монарху, королю Тчаки. С днем рождения, Артём! Артём, с днем рождения, у моего друга день рождения, сегодня ему 24. С днем рождения тебя, друг! У моего друга день рождения, это Артём, 24 года ему. С днем рождения, Артём! С днем рождения, Артём! У моего друга день рождения! С днем рождения, Артём! Артём! С днем рождения, Артём! У моего друга день рождения! С днем рождения, Артём! С днем рождения, друг! С днем рождения! Поздравляю! Артём, рождение, Артём. Рождение, брат. Да. Рождение. Оп. Ай, с днём рождения, брат. С днём рождения. Да не, хватит. Ну что, дурак, что ли? С днём рождения. Оп. С днём рождения. С днём рождения. Моего друга день рождения сегодня. Да, это он. Ему сегодня 24 исполняется. И с твоего дня рождения, Артём, поездочка до аэропорта для тебя бесплатная сегодня. Все, как... Вообще-то 300 рублей. Правильно сказал, да? Я это вырежу. Ребята, большое спасибо за поздравления. Вас нереально много, я обязательно всем отвечу. Но самым лучшим подарком будет, если вы зайдете на мою страницу ВКонтакте ровно в 2 часа. У меня выходит сегодня новый трек. Максимальный репост, лайк, подписка.